ним играть. Хотя пока вроде они не особо горят желанием меняться. А у TK на пупне. Или это будет вообще трипа сложная? Ну, кстати, да, видимо, решили все-таки команды придумать что-то необычное. Ну, потому что там, по факту, если ты поймаешь какого-нибудь антимага, например, да, и легко нафармишь, стоя против него, плюс еще ты его подгнобишь, а далее будешь забирать тавер за тавером. Ну, в общем, я даже сейчас не буду такую аналитику разводить, я просто скажу то, что команды, которые поставят более грамотные линии, а здесь по-любому кто-то поставит грамотные, а кто-то провалится, та команда и потащит в начале. И если это будут VG, то остановить их будет очень тяжко. Кстати, вот Бёрнинг в самодельном сетике на антимага. Сам сидел, рисовал. Сам сидел, рисовал, да, но это self-made. У него где-то там, не знаю, то ли в магазине, то ли в этом, то ли в сундуке где-то можно, наверное, найти. Но суть не в этом. Суть в том, что, да, это его фирменный герой. Все это прекрасно знают. Вот мы видим, где еще у нас тут команда ДК гуляет. Команда Vici Gaming тоже прекрасно понимает, где команда ДК гуляет. Ну и что у нас по линиям? Смотри, у нас все-таки Пугна убегает пока на топ. Шэдоу Демон тоже на топе. В миде стоит Сайла. И на легкой стоит Супер. Так-то. Так-то. Ну, Тинкер в миде норм, если ему еще настакают, даже если его там будут гнобить, он в любом случае так. Вот это очень интересно. Война пошла. Ну, нормально так наваливает Бестмастера. Ну, кстати, Бестмастер-то у нас с тапком, а вот. Ой-ой-ой, там еще есть топоры. Вот это поворот, топоры. Еще нужно буквально пару тычек сделать, но эти пару тычек... Он просто прогонит сейчас иллюзиями дальше Рутака. Но у Рутака, кстати, есть фласочка, поэтому все нормально. Сейчас он захилится ей. Так вот, Фурион в миде против Тинкера. Я не думаю, что это вообще хорошая идея. Мне кажется, что тут Vici Gaming напороли боков. Фура против Тинкера, ну ой, да, ну если фура против Тинкера, это означает, что будет фура подключаться куда-то, и у Муши будет свобода действий, и правда, это не есть хорошо. Опять же, довольно интересно сделали ДК. Если ты гнобишь антимага, то ты автоматически даешь свободу действий Тинкеру. И наоборот, да, загнобишь Тинкера, антимаг будет фармить. То есть тут как ни крути, где-то что-то будет в шоколаде. Да, кто-то будет халявить. Ну и вот мы видим, сейчас подходит у нас Лишрак с Шэдоу Демоном, разбивает центрик вражеский. Ага. И все, и ему май остается без... А, тут еще один центрик, он, кстати, не достает до апса. Просто пиксели не достают до апса. Люль. Да, так и есть. Да, ну и вот Бёрнинга тоже немножко прогнали отсюда. Он сейчас будет аж вот такими, наверное, маршрутами обходить, потому что тут его будут принимать. Да-да-да. Чек по таймингу. Очень красивая анимация, непонятно откуда взялась. Ой, ману ему пришли! А маны-то у него не осталось! Ой-ой-ой! Без маны Бёрнинг, это First Blood! Ай-яй-яй-яй-яй! Совсем мы с тобой забыли. Какая же это офигенная контра в Бёрнинг забыл. В первую очередь об этом забыл Бёрнинг. Не должен антимаг прокачивать первый скилл, стоя против Лишрака и Шэдоу Демона. Раньше так всегда делали антимаги. Когда-то это было очень модно, даже я помню, брать этих Шэдоу Демонов и просто ходить кидать по кулдауну дизрапшн на Аэма, потому что иллюзии бьют моментально. Антимаг из-за того, что есть небольшая анимация каста блинка, получал там два удара с монобрейком. Да. Вот это поворот довольно интересный. Ну, антимага, так скажем, и так набили. Плюс еще с него сейчас саппорты получили золото. Это очень хорошо. Ланема выгоняет с лайна, чтобы он там не получал экспу даже. Четвертый левел практически имеется. 10-5 крипстат. 0-0-0 и второй левел. И Бестмастера на топе. Драка. Бёрнинг. Бёрнинг, по идее, должен уйти. У него опять ману выжгли. Иллюзии. Но погибает пока что только Шэдоу Демон. Томбу сломали, 75. О, золотая, кстати, томба. Хотя, что я вообще несу? Золотая томба, айс-айс-айси. Мне кажется, что вот те люди, которые думают, что мы там с тобой шматодрочер, или я просто шматодрочер, поверьте, у айс-айс-айса есть столько всякого барахла, что нам с Версутаном и вместе с остальными всеми барыгами вместе взятыми, наверное, и не снилось. Видал я его инвентарик. Да. Так, ну и посмотрим, наверное, на сразу графики, потому что довольно интересно все пока складывается, и даже на третьей минуте уже есть на что поглядеть. Почти 1500 золота, ближе к 1000 по XP, и вырываются Vici Gaming очень и очень плотно вперед. DK пытается как-то выкручиваться, тяжко, конечно, тут приходится суппортом, потому что именно суппортом в этой игре предстоит каким-то образом дефить эту базу, в то время как антимаг и Тинкер будут фармить свои айтемы. Да, задача очень серьезная. Да.
возложена такая задачка на плечи бедных суппортов. Ну вот, и Супер тут очень хорошо себя чувствует, 19-10, топовый крипстат. Ланем, естественно, даже крипов толком подобивать не может, Супер очень хорошо контролирует этих самых крипов. Старался бы он, я думаю, линию не пушить, но нет, я ошибаюсь, он просто через автоатаку тут пару тычек нанес, и поэтому линия очень сильно двигается. У нас там идет очередное нападение на Бёрнинга, тот пытается уйти и не догоняет его FY. Хотя... Маны уже нет. Да, маны уже... Фиг подойдешь. Он уже здесь, действительно, он тут не появится больше, будет только стоять где-то сбоку в лесу, просто получать experience. Экспуречку с закрытыми глазами, чтобы не было так обидно смотреть на крипов умирающих. Смотри, айса тут нашли. Ну, айс-то хайсте, но я думаю, от него просто сейчас все разбегутся. Да-да-да, все верно. Рассыпную зомби-апокалипсис. Зомби-зомби. Но только этот зомби явно пожестче. Мозги. Потому что бегает он быстро. Смотри, мозги. Нет, ушел айс-айс-айс. Супер. 1150 колды. Нормально он тут, конечно, подфармливает, что не скажешь про Ланема. В миде 21 на 3 крипста, 20 на 4 у Фуриона. Ну и с получением ультимейта Фуриона, я думаю, начнется уже такой более пуш форсированный, потому что пора бы уже как-то и товара ломать. Айс-айс-айс. Здравствуйте, сударь. Так, вот такая нашел. Он сам хочет драться, прыгает антимаг, выжег немного маны, и Рудике просто-напросто тупо убежал. Шатал Шаман ловит Фенрира. И стан! Стачи хороший выписывает, но Айс-Айс-Айс даже... Бёрнинг без маны опять! Бёрнинг опять! Ай-яй-яй, даже прилетел сюда все-таки Фурион. И Айс-Айс-Айс должны тоже ловить. Вот он, бежит, бежит Айс-Айс-Айс и попадает FY с даном, это минус 2. Браво. Шикарная игра для Широка, попадать вот так вот станами. Ну, по предыдущий стан, я думаю, не проблема была, но вот этот стан... Станы не проблема для FY. FY отыгрывает и правда шикарно. Ну, а Супер продолжает напрягать бедного ЛМчика. Вот он, ультимейт Фуриона, как только появился, и сразу же идет пуш. Именно товара нужно первые забрать там за ближайшие пару минут. Чем быстрее, тем лучше. Микадзе ну, скоро будет Ротикея. Сайвер с фейзами 1000 голды сверху. Фенрир тот же себе там имеет нужные айтемы. Там тапочек Транквил он себе купил. Ты посмотри на графике. Вот просто на деньги посмотри внимательно. Да, и экспа тоже уходит вперед. Мало того, что по золоту там уже почти 4000, по экспе 1500. И проблем все больше и больше. При том, что муши пока еще без травелов. Ой-ой-ой, а сколько тут много эншентов. Спасибо Ланему за это. Он сейчас тоже будет за это. Ой-ой-ой, на топе. Это очень круто. На топе. Айс-айс-айс. Здравствуй, дорогой. Ну, слушай, живет со стиков. Восстанавливает хп на развороте. Ставит тому. Фенрир пошел до конца. Отжимает пятну дэмэджа. Не хватает. Фенрир умер. Да, только третий левел Shadow Demon, поэтому действительно не хватило урона, но айс-айс-айс показал. Так, а тут еще и не жесткий. Все, Бёрнинг в спину заходит, у Бёрнинга всего-навсего четвертый левел, Ротике без маны, FY без маны. Прилетел Сайлор, просто прогоняют Бёрнинга, тут милишники, ничего пока не могут сделать толком. Да, пока касты есть, айс очень крутой, как только они уходят в кулдаун или как только заканчивается тамба, то зомби представляет из себя достаточно легкую мишень. И Ротикей, с такими хп отсюда не уходит, не боится, ты посмотри на него. Тут Сайлор бегает на Фурионе от Бёрнинга, ну, Сайлор с фейзами, поэтому он не особо боится. Да и Бёрнинг, если будет бегать, вместо того, чтобы фармить, тоже мало для него плюсов. И пока, кроме тапочка, у него толком-то ничего и нет. Ну, есть еще топорик и щиточек. Так, ну, погодите-ка. 200 золота тут, 200 там... Тут уже БФчик какой-то появился. Да, почти. Да. Разор с Аквилой. Пока он не подключается к своим тиммейтам, им хватает потенциала своего. Далее, как только Разор уже там... Ну, в принципе, у него уже 8-й левел. К нему, я думаю, сейчас тупо подключится. Аквила есть буквально прилететь Фуриону. И Дэдди Тауэрс уже тоже упадет. Они так, скорее всего, будут делать. Уже вот рядышком Shadow Demon уже должен отправляться туда. Нейчерс профит. Сейчас вот он улетает, да. Смоуки. Смоуки от Дикей. Есть только молния второго, есть лассо, есть ультимейт бестмастера и первого левела топоры, то есть дэмэджа вроде как прилично, но не так уж и много. Третий тайм-стоун есть, вот это нельзя забывать, айсайд тут немножко надо пробили. Надо как-то заманить, получается, к себе под тавер, туда вот в болото утянуть.
Но получится ли? Поведутся ли мечи? Нет, эту вышку точно теряют, без шансов, вообще без шансов, слушай. Ну и вот, чем отбиваться? Вот пришли сюда три человека, четыре, и просто стоят, лицами торгуют, а отбиться не могут. Да, вот сейчас Тинкер начнет закидывать по кусаки, ну хорошо, ребята сейчас возьмут три телепорта на мидл, и Тинкер что, где, как, ну давай иди там еще попробуй помешать. А у него уже, кстати, травала, восьмая минута. А, слушай, Муши-то будет мешать. Эти покусаки-то уже четвертого левела, и начинается грязь. У антимага появляется время на то, чтобы фармить. Ребятки-то из дикей продумали все очень четко. Ситуация из-под контроля пока еще не выходит. Да, но все равно тайминги очень... Так, вроде Кей получает ультимейт из мастера, сразу накрывает его медным тазом. Есть минус. Погоди, вот давай посмотрим внимательно. Вот Пугна умерла здесь, да? Вот тут вот. Примерно. Reported. Вот, да. Какого черта Пугна делала одна? Вот. Которая должна была сейчас мидилом, это полностью да, согласен. Да, да. Это, опять же, еще одна возможность для антимага пофармить. Еще там 2-3 минуты буквально, которые будут потрачены сейчас. Тот же Тинкер прыгает по карте, фармит. И правда, Пугна тут, конечно, подставляет немного свою команду и дает время Дикей. На покусаки очень сильно летают. Ну и вот они, графики. Вот какой молниеносный был скачок в начале матча на пятой минуте. И потом идет уже либо же спад, либо же на месте фактически. Да, графики сейчас. Там на слоны поймали тем временем. Опс. Ага. Ага. Ланнем пытается хоть что-то сделать. Ланнем минус 0. Очень неприятно под вардом драться. Фидрин тоже отваливается по голову. Приходится очень вовремя. Но теперь нужно как-то унести отсюда ноги. Есть Декрепифай на развороте. Пытается высосать Бёрнинга. Бёрнинг юзает тульту. Бёрнинг выживает. Нет, все-таки плазма филдом его достала. Айзайсайз отсюда уходит. Долетает рокет супера. Но здесь уже убивать и Фрион! Прилетает Фрион! Ты посмотри, что делает Сайлор. Стан мимо. Айзайсайз отмансовался. Еще тычечку, есть килл. Ого! И получается, минус 4 сделали только что парни из Vici Gaming. Бестмастер и Shadow Shaman уже успели просто появиться. Shadow Shaman там вообще апварт просто себе лицо разбил. Он только это... и было видно вот эту светомузыку. Все, домой. Ненавидит этот вард, это самое страшное, в принципе, что есть для Shadow Shaman. Ну да, касты у него не дешевые. Хекс пока еще не замакшенный, поэтому он стоит всего лишь 110 маны. Дальше он стоит 200. Дальше Шекл стоит 200 почти. Форкет стоит 160. А это все 300, 300, 300 в лицо. Это реально очень больно. Да. Бедный Шатоу Шаманчик. С его-то 600 хп ему хватит 2-300. Да, да, шутка да. Про тракториста сейчас в чате. Конечно. Это... Тут должна быть шутка про тракториста, естественно. Так, ну все, погнали. Супер. Собирает Аганим. Быстро Аганим. Подходит уже сюда Бестмастер. Видим, как отчаянно ДК отбрасываются. Они только видят больше там двух игроков на линии. Сразу прилетает Тинкер, Бестмастер. Там топоры, покусаки. Мол, идите отсюда. Мы там, наш антимаг занят. Мы вам не рады. Да, пока да. Еще не надо. Давайте по фарме, мы же договорились, да? 50 минут друг друга не трогаем. 15 минут развития, да. Да, 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 да. Но Бёрнинг уже свое начинает потихоньку брать. Конечно, он в предыдущем файте, то, что он участвовал, я очень удивлен. Я думал, он будет фармить. Было бы, наверное, все-таки продуктивнее потратить время на фарм, нежели на то, чтобы прийти и умереть, заюзав одну ульту бесполезную. Так в том и дело, что он начал не слишком круто. У него 0-3-1. И вот он еще некоторые неправильные решения там принимает. Хотя, возможно, если бы он там фармил, мы бы говорили, фу, терпило, фармит, а вместо того, чтобы драться со своей командой. ММА. Очень много играть. Супер, есть чем. Отлично, два удара буквально стоит сделать. Эти, кстати, тамбарей тоже. Тамбарей убивают. Ульта разорчик, это нормально, их тоже бамп. А, кстати, да, она их неплохо должна щелкать. Бам, да, вот. Бам. Очень круто, слушай, мне очень нравится. Ну, самое главное, томбу убивать. Потому что желательно, чтобы эта ульта убивала противника, а не зомбаре бесполезно. Так, а на топе-то у нас что? У нас очень интересная картина. На топе попытка была взять Бёрнинга с Ланемом. Ланем ушел, Бёрнинг ушел. Ретировались очень быстро. Молодцы. Да, успели уйти, причем, скажем, не то чтобы халява, но, я думаю, доля везения там должна была присутствовать. Так, Лишрак пришел. Лишрак 7 уровня, 4 у него уже стан, 3 диаболики. И цель, вот она, цель видна, это вышка. Так, у нас там в миде поймали Мумая, минус Мумая, просто два раза подряд его. Это очень сильно действует на нервы. Ну, там уже почти были деньги на арканы, но он так их зафармить и не может. Это очень большая проблема. У него скоро тупо маны не будет хватать, чтобы раскастовать там все.
и да, жизни, ну и вот и смотри, Айс приходит на мидл, пошел зомбак, тампа, леший, дает стан под возможный телепорт Тинкера, а Тинкер-то не прилетел, Тинкер-то киданул. Ну вот он. Ну и тампа живет. Ну так просто вышка-то не живет. У вышки 250 хп осталось. Томба сейчас закончится. Тинкер рано или поздно улетит. И Бёрнинг сплитит в это время. Бёрнинг сплитит. Да, Бёрнинг уже добрался до вышки. Уже сейчас начнет ее запиливать. Орхид у Фуриона уже есть. Вау! И сейчас от Фура очень опасен для этого антимага. Можно его ловить, убивать. У Бёрнинга еще одной проблемы больше, потому что даже если он покупает себе БФ, который еще пока он покупает только... Хотят пойти убить Фуриона через ульту Бистмастера, могут попробовать это сделать, да, и они это, скорее всего, сделают. Если только Фурыч не улетит, а Фурыч не улетит! Фурыч, беги! Беги, глупец! Сразу набрасываются, это, понятное дело, минус. Бёрнинг на целых ноль пробил. Так, но сразу в миде это сигнал, нужно идти пушить. Много было ресурсов потрачено, есть первый бласт. Но это по-любому минус вышка уже 100%. Сейчас Ротикей дает. Эдь пытается динать, ты ж посмотри, получается, динать ММА за всю боль. Просто мстит динаем Таура. Еще муши немножко досталось от плазмы филда. Ну и игра-то очень активная. Обе команды понимают, что нельзя отдавать вышки. Или если ты отдаешь, то их нужно менять на что-то. На фраги, на другие вышки, там... Возможно, как раз дело до Рошана дойдет. На автографы. На автографы, возможно. Ну, Аганим уже появился у Разора. Вот в чем дело. Он сейчас должен лететь уже. Это проблема. Это реально проблема. Серьезная проблема. Разор на такой минуте с Аганимом будет. И антимаг с кольцом. Вот для сравнения. Дисрапшн не успевает. Молниеносная реакция Бёрнинга. Скорость кошки, реакция лангуста. Ну и тут идет... А тут стоит вард! Тут стоит вард, который видит Айса, видит Ланема, видит Бёрнинга. И также должен видеть, что нету там ни Шадоу Шамана, ни Тинкера. Можно нападать. Если быстро забрать сейчас Бёрнинга, то будет беда-беда. А Бёрнинг, кстати, обрати внимание, да, он учел уроки прошлых неудач и монобрейк больше, чем в один, не качал. Хотя у него левел пока еще не слишком большой. Ну, 9-й левел, ну да. Так, ну вот у него 900 голды, какой-то персик он уже скоро себе купит. Вичи Гейминг пытаются как-то оккупировать топ-лайн, но пока все это как-то совсем робко и неуверенно. Стоят они на месте, теряют свое время. Супер купив Аганим, продолжает фармить, что довольно-таки интересно. А вот DK решили все-таки сделать какой-то выпад. Будет развод на Бёрнинга или просто тупо нападут? Тут, скорее всего, он сейчас попробует на Лишрака напасть. Да, через леса. Что это за недолесоруб? FY с Мидасом? Воу! Вот это очень интересно. Смотри, смотри, ему просто пофиг. Вау, вот это были только что стальные нервы. Стоит себе пуг на Шадоу Демон или Шрак. К ним идет антимаг, бестмастер и зомби. И в результате именно вторая тройка должна была развернуться. Точнее, развернулась, по факту. Ой-ой-ой, сейчас могут на центрике поймать Сайлора. Увидели или нет? Или нет? Кажется, кто-то помигал на то место, где был Сайлор только что. Да, и все. Вот он миди, и, кажется, он приплыл. Кажется, он фармит, но там вижен днем хороший. И Сайлор должен сразу среагировать. Да, подрубает фейс. Пришел уходит. В супер такой. Вот-вот. Вытягивает демедж, но немного он демеджа вытянул. Тут его, собственно, тиммейт заблочил. В итоге Ай, как больно. Тут еще ульта Фуриона прокатывается. Бёрнинг блинкаут. Ланем побитый. Айсайс также еле живой. Нужно отсюда уходить. Да, и вышку будут, скорее всего, сейчас терять, потому что тамбы нету, а без тамбы защищаться вообще нечем. Подходит вот пугна, Лишрак и Разор с Аганимом. Что может быть хуже? Диаболики Макшины. Ты посмотри, что происходит с вышкой. Страшный сон. Еще не хватает туда Джакира и Драгонайта, и все. Джакира, Драгонайт, Пугна, Леший и Разор. Товара просто сами выкапываются и уходят этих героев. Боже мой, ну это правда жесть какая-то. Муши почти с Хиксом, не пошел он ни в какие-то гоны, судя по всему. Ну как почти с Хиксом? Ультимейт Орб есть, почти Войд Стоун, ну и там еще Мистик Стаб надо нафармить. По факту еще фармить-то прилично. Да, ну вот, кстати, Разор на самом-то деле мог бы зайти сейчас и просто вот сейчас там дать плазмофил. Интересно, на топе сейчас может получиться, если будет тайминговый Орчет от Фуриона, он прилетает. И будет ли Орчет, будет ли Орчет, будет ли Орчет? Есть, есть Орчет! Он Орчет! И приехал Бёрнинг. Конечная остановка. Вау, вау, браво. Вау, вау. Вичи Гейминг просто. Снизу начинается драка.
Плазма Филд, супер прожал у тиммейт, Роди Кей получает прокат, уже бьет, стан, муши, супер танкует, а на него никто не хочет лезть. Господи, ты посмотри, эти ребята идут драться, но единственная причина, по которой развернулись Вичи Гейминг, это машины и тамба. Вот под машиной вообще не вариант драться, конечно. Да, это само собой, но вот, понимаешь, что ребята убежали за Вичи, и в результате убежало три пацана на 200 хп. Потому что там был Разор, Пугна и Лиша, которые просто покидали да, с пылы, как попало. Пугна поставила вард, и все. И на этом... Причем Пугна, скорее всего, бежала, споткнулась, случайно бластанула, короче, побежала дальше. Как-то так это все выглядело. Может быть. Так, ну и вот он, Тинкер, продолжает спамить. Надо бы к Пугне подойти и просто поагрессивнее вард воткнуть, чтобы Тинкер не мог близко подходить спамить, чтобы машинки заканчивались там тут где-то, я не знаю. Можно было с рейнджа стоять расстреливать. Хотя и так будет сейчас можно. Тинкер вряд ли успеет толком что-то сделать. Тинкера видят, я встал. Все просто под этот телепорт. Обнимашки хотели устроить ему, но не получилось. Да, такой прямиком в ад. Просто Тинкер был. Ну смотри, появляется некрочи, появляется медалька. Боже для мой, Рошана, что эти Вичи для делают? Рошана все очень четко, все очень таймингово. Вичи Гейминг играют в довольно-таки агрессивную пуш-доту. Фурион тпшится на Айс-Айс-Айса. Запереть. Ах. Не хватает вижена совсем чуть-чуть. Но не все так просто от Айс-Айс-Айса. От Сайлора так просто не сбежать. Сайленс. Ничего заюзать Айс-Айс не может, но пока ситуация довольно неплохая. Пугны просто не прощает парней. Боже мой, деньги, деньги. Просто посмотри какой. Подарили хотя бы варды, что тоже неплохо. Ну да, смотри, так опять же, суть в чем защита вообще у команды ДК? Это либо варды Расты, либо тамба, собственно, зомби, да, либо Тинкер. Как бы Шаду Шаман, он и так вообще бесполезен в этой игре, он еще и варды только что потратил. То есть, ну... Беда. Вообще беда, серьезно. А Мидас на лишь ракета пока работает. 2-0-5, никаких претензий к этому товарищу, ну, с выбором. 9.5 уровень. Да, да, да. Просто супер. Просто супер. Просто супер. На разоре. Да, ну супер. Сколько у него бабла, ты только посмотри. 3600. Он самый богатый дотер в этой карте. У него 11 тысяч золотых. Вот. Да, ну и вот он продолжает муши спамить, спамить, еще раз спамить. Надо бы, наверное, либо... Хотя, блин, и позицию ведь на Рошане тоже не займешь со стороны Вичи Гейминг, потому что поставят Томбу, поставят Змеек, поставят Покусак. И что ты будешь делать? Ну, переждать, пойти подраться, но дэмэджа мало для того, чтобы, я думаю, быстро убить Рошана, вот настолько быстро. А вот с некрочами, некрочи вторые у Фуриона, некрочи первые у Пугны, Пугна, которая там долго, соло двоих разваливает, ой, смотри. Ставили тамбу, да, Фуриона прокатывается, Ланем еле живой, но при этом это не останавливает его, он все равно бежит, быкует. Разорщик пришел на помощь. Господи, сколько тут вообще всего бегает? Что происходит? Боже мой, убил антимаг вообще кого-то. Пришел, прыгнул, юзанул ультимейт в ротике и того раздавило. И на этом Бёрнинга отпускать не хотят. Есть топорик, проедает, вызывается некрочи. В итоге спортами сами себя заблочили. Ну, поймают сейчас ММА, возможно, да. Есть разор, очень быстро разор, вот увидели. И с руки буквально пару тычек, ульта сразу переключится, ульта уже переключилась, ММА, змейки, ММА молнию не успевает заюзать, затехал быстрее, там пассивка торкнула. Ну вот все просто сейчас зафармить опять варды, получить бонусное золото и пропушить тир 2 на топе. Как раз удачная была позиция для команды Вичи Гейминг. Неприятно, конечно, то, что потеряли Пугну, но Пугна по времени мало что упустит. Вот он, РОТК, появляется, телепорт, и сразу, думаю, нужно лететь на топ. Да, все есть ресурсы. Разор с Аганимом, БКБ, Фурион с Орчидом, Некрами 2, Пугна там, Некры первый есть, Мека имеется. Перспективы у Лешрака тоже есть, он сейчас уже боеспособен, 1700 голды сверху, берет себе сходу, ого, курточку себе приобрел, это теплую. Знаешь, против антимага очень хорошая вообще штукенция, потому что у Лешего мана-то заканчивается достаточно быстро, так как этот Леший качал пульс нову. И чтобы АМ не сильно так уж и шваркал. Да и пайпа для захода на хайграунд да, никогда лишней да, не да, будет. Да, все верно. Фенрир с медалькой урной. Такой итембилд, я думаю, любимый дредовский. Он, по-моему, раньше на суппортах вообще всегда, на любом суппорте покупал медальку и урну. Ну, потому что это всегда полезные артефакты. Их можно использовать по-разному, да, в разных ситуациях. То есть, либо тебе плюс 6 армора, если тебя бьют, либо кому-то минус 6 армора, если вы бьете. Урна и полечиться, и побить. То есть, вот, очень да, много применений. Да, гибкие темы, плюс они сами по себе статы дают очень хорошие. И регенерация, да, да, которая да. не лишняя. В общем, и правда, выбор айтемов очень грамотный, особенно под такую игру.
пытаются теперь забрать Рошик, вот он, медалька в действии. Прямое ее применение, так скажем. Ну и вот, ладно, Fly Invisia. Опа, плазмофилд. Вот так вот. Лишили глаз своего противника. Все, нету Тинкера. Это самое главное, томба, что нету Тинкера. Томба, Винспаун, по-моему, ничего. Но в итоге спокойно забрали Рошана. И он... Томбы нет, но об этом должны знать. Да, нету Томбы. Забрали Аегис. Ну, просто отличная ситуация для Vici Gaming. Можно почти попробовать подавить. Тинкера. Третий Некра. Вот, все, третий Некра появились у Фуриона. Пугна сейчас вторые себе должна будет нести. Ну, вот смотришь на это все и думаешь, как вообще заходить на хайграунд? Да, заходить сложно, но заходить надо. Именно заходить, не стоять, не терпеть, а просто врубить. Все кнопки нажать, вот так вот, да. Оттеснить, да, нужно оттеснить, потому что надо по дике, иначе они не дадут. Вот, 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 уши! Как же ему больно, да? Именно. Борда супер, судя по всему, решил отдать за Эгисом, да, он просто пока разменивается. Так, ладно, я... Ох, супер, отдай Эгис. Хорошо, сбили Эгис, окей. Пугна не защитила вард. Дегрибифай был у Пугны, Пугна просто немного растерялась, видимо. Хорошо, две трети вышки сломали, вышку регенить нечего. Ну, надо заходить, надо продолжать прессинговать. Да-да-да. Тинкер продолжает раскастовываться, пытаются дефить, ставятся тамба, FY, змейки, выживает. Опять Shadow Shaman ошибается, опять эти змейки никому не нужные и бесполезные. На топе там сейчас отпушит Фурион, но Фурион как только отпушит, сразу вернется. Вышку 100% сейчас потеряют Дикей. Или Вичи все-таки решат отойти? Ну, блин, ну, я да, не знаю, зачем. Они уже просто очень долго там стоят, с них вытрясли достаточно много и боятся. Ну, по факту, у них каждая минута на счету, и им реально нужно подходить. Ну, просто там эти змейки, эти томбы. Ну, так только что вот, как раз, змеек нет, хорошо. Тамба, ну, бог с ней, там Разор нормально даже отстреливает всех этих зомбаков, это не так страшно. Антимаг, вот, антимаг пока не мощный, этим нужно пользоваться. Как только у антимага появится мантастайл, он просто будет прыгать на Лишарака на какого-нибудь или напугну. Монта и райт-клик. И делай, что хочешь. В том и дело. Да, и еще и Хекс появляется у Муши. Ну, нельзя, нельзя давать время парням из ДК. Они лейт с такими героями точно не проиграют. Полностью согласен. Нужно как-то действовать. Лишарачок с Мидасом — это, конечно, хорошо, но этим Мидасом можно будет себе протереть одно место буквально через минут 10. Потому что против антимага ты точно не пойдешь. Да, ну и вот он, пайп, который уже летит. Ну вот теперь под пайпой даже на эти покусаки можно будет заходить, не особо боясь оттеснять Тинкера и ставить нормально вард. Да, ставить позицию. Вард. И главное, главное приберечь Декрипифай. Именно для того момента, когда будет резкий фокус варда начинаться. Потому что я обратил внимание, Shadow Shaman, так как это... Так, очень интересно, в миде Бёрнинг прыгает на Сайлора, ставится Томба Хекс на Сайлора, его моментально стёргивают, стягивают демедж из Бёрнинга. Муши поймали. Муши должен умирать, Муши, да, есть килл. Пошли дальше. О, проседает очень сильно Рудикей, но у него есть Миказ. ММА нашли. ММА минус. И прилетает Фурион. Вот, убивает Фурион. Нельзя, нельзя. Так... Базы. Да, но есть байбек. Так агрессивно убивать Фуриона. Фурион всегда у вас окажется сразу. Это байбек и сразу герои в драке. Ладно, если бы они, я не знаю, там Разора убили, это было действительно круто. Змейки за Таун. Тинкера нет, так как байбек отсутствует. Он потратил деньги на Хекс. Но это минус падает. Это минус мидл точно. На топе стоит еще тир 2. Надо забирать этот тир 2. Катапульта понимает, катапульта забирает на топе тир 2. Так. Падает. Шикарной игре Vici Gaming. И стоит отметить ошибки от DK, конечно же. Вышли они из базы. При том, что их простили вроде как Vici Gaming, дали им перевести дыхание и пофармить, а в итоге они вместо этого решили выйти из базы и подфидонить. Вот, в общем-то, минус лайм. Рискнули, ошиблись. По факту, если бы они убили Фуриона и никого бы не потеряли, а Фуриона они почти моментально убили, было бы очень круто, но этого не произошло. И вот он итог. Некры 3 у Пугны, Разор делает себе уже... Рефрешер. Mm-hmm. Тот самый. У него он уже, кстати, почти готов. Ему только до арбы, ну, в смысле, до персеверанса чуть не хватает, половину персика. И так все, а Разор с рефрешером, блин, две пачки некров, Разор с аганимом рефрешером, Пугна Лишрак. Где мой Драгонайт с Джакиро вообще? Что это такое? Ну, видишь, тут Лишрак должен был быть с шадоу-демоном именно, чтобы вот этого антимага бахать. Ну да, 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 все очень четко. Вот у Vici Gaming был план продуман изначально очень круто. Мне кажется, ДК просто забыли, насколько хорош шадоу-демон против антимага.
Так, ну и побежали, Вичи Гейминг. Побежали во вражеский лесок. Ну, вот вышку на топе надо забрать последнюю. Да, тут Бёрнинг стоит, у которого до манты еще сколько там, 1000 с копеечками. Плюс ты пайбэк желательно оставить, то есть ему ого-го сколько еще терпеть. Тяжко, тяжко, Дикей. Сами себя они загнали в угол, пикнув подобных героев. И теперь нужно как-то выкручиваться. Ну и вроде как с прикушенгом они себе какие-то выкраивают. Экономика уже на очень серьезной отметке. 15 тысяч золота и почти 10 экспы. Т3 Тауэр скоро будет под прессингом. Да, ну уже. Все, все, сейчас начинается. Ой-ой-ой, а Тинкер-то опоздал. Только-только он начинает мерчендайзера своих раскастовывать. Очень поздно. Зашли на хайграунд под пайпой. Крипы не умирают, ставятся змейки. Эти змейки быстренько попадают под фокус, надо ломать. Там так быстро развалилась вышка. Ой-ой-ой. Ну, разор там нормально тоже напихало-то. Ну хорошо, но вышки-то нет, а разор есть. Вот в чем проблема. Разница очевидна. И у разора есть рефрешер. Нужно просто купить персик. Полетел он за ним. И следующий заход может стать для Дикей последним. Причем, да, ты понимаешь, что герои-то друг с другом не дрались. В этом-то и дело. Вичи Гейминг дрались с вышкой. Да. А типа все остальное, вся вот эта гапшая команда ДК просто отспамливалась от крипов. Ну и попутно попала в разора там парой кастов. Собственно, между героями вообще практически контакта не было. Так вот. Золото растет, экспа подостановилась немного. Но, в общем, в любом случае, у Вичи Гейминг уже есть все ресурсы для захода на хайграунд и попытаться закончить уже эту карту. Рефрешер летит. Разор крайне опасен. 6.02 его статистика. Вот такой разор, он и правда себя окупает. То есть ты берешь разора с каким-то планом, а не вот, просто... Вот я только хотел сказать, что... О, разор! Пикнем. Хороший герой. Ну, это вот Сашка может вам потом рассказать, как-то какой-то хороший герой. Ну что у него постоянно, что... Ну, у нас ребята применяют разоры просто шедеврально тут, конечно. Ну, да, то есть есть разор, давайте его пикнем, а что за герой, как его юзать, зачем и так далее, ничего не понятно. Ну что же, заходят потихоньку на хайграунд. Машин очень много, в этот раз мы... И пошли. Вот так вот. Вар. Просто в лобовую. Муши, боже ж ты мой. Походу он убил Некроча и практически отъехал, но на фул хп его восстанавливают. Тиммейты пытаются уйти Бёрнинга по сулхетчерам. Раздавило. Супер вообще ложил на все происходящее, нажал два ультимейта и просто бежит вперед. Шаг это не вторая сторона, это ГГ. Это реально ГГ, нечем отбиваться. Просто нечем отбиваться от этой гапши. Но играет Дикей до конца. Бёрнинг без байбека. У них еще и курьер там где-то отвалился. Походу был какой-то развод на курьера. Опять? Неудачный. Сколько можно разводить на этих курьеров? Бедные курьеры. Сколько их полегло на этом интернешнале? Это самый курьеропролитный интернешнл за всю историю интернешналов. Так, ну пойдут... Рошан только через 3 минуты появляется. В том-то и дело, что сейчас просто будут Вичи Гейминг отпушивать в сторону нижнюю, то есть допушат ее до базы противника. Враг при этом выйти толком не сможет. Можно будет играть сугубо на выходах Тинкера за территорию базы. Ну, на самом деле, можно вообще в тупую пойти разору отхилиться и сразу побежать на следующий хайграунд, так как, в принципе... В предыдущий раз их ничего остановить не смогло, что их сейчас остановит. Но может быть они дофармят себе какие-то айтемы. Там 4000 есть у Сайлора, Сайлору желательно байбек оставить. Мы в прошлый раз видели, насколько это эффективно. Да. Ну вот Фуриону действительно, такому агрессивному Фуриону, который постоянно со своей командой, ему на байбек денежки нужны, на байбек у него денежки есть, байбек у него есть. Все, теперь можно идти и подраться. Что там Разор себе прикупил? Разор тупо купил рецепт Раски, потом продал. А он, видимо, подумал, что... Говорит, я слышал, что кастер с Вилатом говорили, и вообще комментаторы рассказывали, что рецепты не дают статов. Ну да, я просто хотел сказать, что может быть ему кто-то там нашептал о том, что есть шанс купить просто рецепты сразу Тараска, халявно это йоса. Из той же, в принципе, области. То есть как из области фантастики. Такое. Но купил он полезно. Ну да, и сейчас у него 2-350 хп,
Сейчас это Тразор, у которого уже продлив там 175 атаки, у которого еще и высасывалка, как мы знаем, весьма неплохого левела. И его спид хороший, и вообще плюсы его можно перечислять довольно-таки долго. Рефреш уже практически откатил, БКБ на месте. Все есть для того, чтобы пойти и сломать третий лайн. Прилетает Сайлор. Ой-ой-ой, у Сайлора... Как же он долго живет? Вызывает некрача, вешает Орчит. Сайлор еще и выживает. Ты посмотри, Бёрнинг под Орчитом. Успевает отлинковаться. ТП аут. Убить не смогли, но выжили. То есть не так все уж и плохо. Вообще, ты понимаешь, что на этого антимага только что Фурион наплевал, вот я хотел вот так сказать именно. Да, да, и это не есть хорошо, потому что у Бёрнинга до сих пор нет манты. Кстати, может быть, в курьере была манта? Не-не, курьер был пустой, вроде. Или не, сейчас стой. Да, в курьере была манта ставил, точно, точно. Вот так, ну потому что я смотрю, по деньгам уже вроде должна была быть, а Мушин... Муш играет. Конечная для Муши. Подставился. Ошибки, конечно же. Довольно-таки нагло он сыграл. И в итоге за это поплатился. Но есть байбек. И покупает себе дагон сходу. Ничего он так нафармил-то. Байбек и дагон. Да. Нормально. Хорошо. Ну, после вот этой череды перепалок уже прошло довольно много времени. И можно дождаться все-таки Рошана. И вот. Уж потом заходить. Да, и Вич как раз рядом с этим. Там и Тараска у Рошана. Кстати, пострашнее Рошана скоро будет. У Разора. Не, вообще, у Вичи все идет действительно по их конкретно отработанному плану. Если посмотреть на график, то можно понять, что вот... График-график. Не считая, да, того момента в начале игры, тех трех минут, когда ДК вроде начали камбэчить, все остальное время все шло по плану команды Вичи Гейминг. Да. FY просто продавай свой Мидас бесполезный уже на этой минуте. Бери Хекс и вперед. Покорять. На. Вот так вот Муши просто. На. Оп, оп. Вот это довольно интересно. Фенрир подставился, почти отъехал. Но пока там тиммейты били Рошана, подключают Шанни все-таки. Смотри на Бёрнинга, Бёрнинга закрывает. Бёрнинга надо убивать с руки, его еще продамажили кипа. Успевает отблинковаться в последнюю секунду, но уйдет ли? И его нашли! Телепорта. Ай-яй-яй, Бёрнинг, Бёрнинг. Без телепорта, как же ж так? Тем временем ММАЙ поставил змейки, и походу это последнее, что он успеет сделать. Его запирают, ТП аут, хватит ли дэмэджа? И хватило все-таки этого урона. Разор бегает туда-сюда, пора бы уже сломать змейки и томбу. Да, все тут поломали, все зафармили, зайдут на Рошана и пойдут заканчивать эту дотку. Есть хекс у Фуры. Лишрак точно сейчас тоже купит себе хекс, даже не продавая Мидас. Ну, хороший такой Лишрак. Слушай, вот мне нравится суппорт Лишрак со счетом 2-0-9, у которого 147 крипов. Там точно был суппорт Лишрак, стоит? Вот настолько грамотно они отыгрывают. Лишрак, Лишрак же вроде сделал ФБ, или кому-то другому досталось ФБ? По-моему, Лишрак. Леший вроде да, последняя тычка вроде от него летела как раз-таки. Да-да-да-да-да, точно. Феноменальная вот это. И вот этот толчок он реализовал. Любой другой бы даже, наверное, не подумал бы о Мидасе. Честно говоря, я до конца игры вот не сомневался, верил, что он выстрелит этот айтем. На лишь ракета уж. Но, как мы видим, и правда работает. Тараска появилась у Разора. Вообще, действия Вичи Гейминг очень четкие. И что нравится, что как бы вроде игра очень и очень важная, но обе команды... Если взять DK, они играют осторожно в сейв-доту, и, по идее, Вичи Гейминг должны были ответить тем же. Но нет! Они так, мужики! А, мужичины! Я на протяжении всего группового этапа, всего плей-оффа говорил, что команда, если вдруг какая-то из команд предложит терпильную доту, а другая не согласится, вот эта команда, которая не согласится, она и победит. Потому да. Что, ну, нельзя играть на таких этапах наказывать терпильство. Надо. Да, нужно наказывать. Вот эти все жадные пики, они наказываемые. Очень уязвимые, согласен именно. Полностью. И просто многие команды не верят в свои силы, боятся, да, что да, будут да. ошибаться. Не идут итоге... драться, не идут пушить. И главной ошибкой их является именно то, что они боятся ошибаться. Да, все верно, все верно. Ну смотри, вот сейчас ДК хотят напасть, хотя я не знаю, как это в принципе возможно. Находят РОТК. БКБ подрубает. Хорошо, но змейки его очень жестко фокусит. Дикий пипай себя. Вот БКБ не спрячешь. Фенрир прячет себя в дисрапшн. Сайлор очень сильно проседает. Еще один минус. Уходит там каким-то непонятным образом. Шадоу Демон потянулся супер, но его ульта дамажит только иллюзии.
Суперу надо на самом деле отсюда уходить. Погоди. Супер, Супер тоже под хексом. Очень много супер демеджа вытащил, но если будет первый хекс, этот демедж реализовать не удастся. Сейчас раздуплится, кому-то будет очень больно. Нужен хекс, юзает на хекс, но ульта-то все равно дамажит. Ай-яй-яй-яй-яй. Лишрак выписывает стан перед смертью. Минус 4, дабл кью. Кого-то вот разора, но в любом случае он в таверне. Опс. А что-то Дикей-то психанули. Не, Дикей-то психанули, ВГ были не готовы к такому муву. Тут все сработало так, как и должно было сработать, за одним простым исключением. Супер не должен был убить трех типов. Или двух, сколько? Да, он двух забрал. Он забрал Шаду Шамана, забрал Тинкера, и зомби там на самом деле уходил, потому что понимал, что он тоже ничего не сделает Разора. И в этом вся проблема. То, что Разора, если уже при таких обстоятельствах, да, не смогли убить, то что будет, когда Вичи будут готовы к драке? Он не жал вторую ульту, кстати. Да, он не жал рефрешер, у него не было второй ульты, он с одной так разобрался. Ну, все. Это был вот такой небольшой тревожный звоночек для Vici Gaming, потому что начинают собрались огрызаться. Да, да, собраться. Для Vici Gaming это будет просто один знак, типа, ребята, соберитесь в кучу, пойдите, додавите, потому что вчера ДК одну такую катку уже слили. Пока я смотрю, что их трое. Скоро четвертый воскресится прилетит, а вот пятый, он еще в таверне. И 4 на 5, опять же, минус один хекс, а лишь рачок ТП-шится в мид. Ну да, он успеет, наверное, прибежать. Да, он будет очень быстро, тут тем более пока сейчас пора взвод. На какие-то спылы, вот таких вот айс-айс-айсов похарасят. Тверский-то айс-айс-айс. Ну смотри, там мид запушен и топ запушен. Они уже реально на базе. Крипы. Не самая приятная ситуация для Дикей. И супер, смотри, такой валияжный. Разрешите, пожалуйста, разместить свой корпус у вас на балансе. Да, и такой раздражение. Плазмофил. И пошел через рефрешер по ультимейта. Муши не получает ни единой пички с ультимейта супер. Замечательно. Супер потерял всю ману. Заканчивается БКБ. Но ХП у него очень много. Ульта до сих пор действует. Огромная проблема у базы. Это супер. Браво. Отлично отыграл. Браво, просто Vici Gaming. Вообще, Vici Gaming просто потрясающе сыграли. Расцеловал бы. Да, команда показала ту доту, ради которой, собственно, доту и делали. Да, дота активная, такая должна быть. Да, активная дота с тимфайтами, с постоянными разменами. Вот, собственно, показывают нам команду.